Сергей Проханов репетирует спектакль «Аничков мост» вместе с актерами детской студии «Маленькая луна», которая много лет работает при театре. 70 воспитанников, как одна большая семья. У нас эксклюзивное право на пропаганду с театральных подмостков определенных ценностей, верности, семейной преемственности, преемственности поколений. И это, конечно, большая честь и ответственность, потому что работают и дети, и артисты, и большие артисты в итоге исполняют роль, помимо прочего, еще и педагогов.